Вначале несколько слов вводных. Меня зовут Станислав Бельский. Я работаю в Музее антропологии и этнографии, больше известном как Кунсткамера в отделе археологии. И занимаюсь археологией Железного века северо-запада России, Восточной Балтики. И, в частности, в узкой специализации это археология того региона, который считается прародиной Карел. Однако я буду иногда говорить что-то там про древних Карел, еще что-то. Тут надо важно понимать, что ни в коем случае нельзя путать Карел современных, народность, которая населяет многие регионы, в том числе есть и Тверская Карелия, об этом пару слов дальше скажу, и древних Карел, о которых пойдет речь. Можно говорить о том, что это были одним из их предков, да? Но этногенез – это сложная история, происходила на протяжении многих столетий, поэтому, когда я буду говорить древние Карелы, вот имейте, пожалуйста, это в виду, это важный такой момент. А со слайдами у нас... Во. Пару слов о Кунсткамере, всемирно известный музей, где представлены антропологические и этнографические коллекции со всего мира. И гораздо меньше известно, что внутри этого музея находится отдел археологии, организованный более столетия тому назад. И еще во времена Российской империи в музей свозились коллекции, результаты археологических исследований практически на всей территории тогдашней Российской империи и по межмузейному обмену из зарубежных стран. И у нас хранятся коллекции, начиная от Нижнего Палеолита, там условно миллион лет тому назад, до археологии Петербурга 18-19 век. Но, к сожалению, на протяжении уже многих десятилетий археологическая экспозиция закрыта. И предметы, даже мне довелось разбирать витрины музейные, которые долгое время стояли с ними, но не закрыты для общего посещения. И надеемся, что в ближайшее время эта экспозиция будет восстанавливаться. Отдел у нас небольшой, но каждый из научных сотрудников руководит собственной археологической экспедицией. Я руковожу Приладожской археологической экспедицией и уже на протяжении пары десятков лет занимаюсь этим регионом. И несколько важных слов еще следует сказать о Карелии как таковой. Значит, когда я буду говорить о Карелии все время в течение моей презентации, следует иметь в виду, что это... Имеется в виду большая историческая общность. Карелии вообще существует много. Есть Республика Карелия, есть Карельский перешеек, есть Беломорская Карелия, есть Иланецкая Карелия, есть даже Тверская Карелия неподалеку отсюда. Я в титуле презентации назвал этот регион, о котором пойдет речь, Приладожской Карелией. Это... Не очень принятый термин, но я сейчас пытаюсь его ввести в оборот, потому что это не просто название, за этим стоит большая и очень глубокая история, которую я постараюсь в течение презентации раскрыть. Да, и есть провинции Северная и Южная Карелия на территории современной Финляндии. С вашего позволения я перескочу через тему географии, которая очень важна, но постараюсь немножко все-таки сказать об этом в течение презентации, и перескочу несколько тысячелетий каменного века, и бронзового века и раннего железного века. Просто потому, что не хватает времени. И да, еще хотел сказать, что о хронологии, когда я готовил презентацию, я понял, что я просто по времени не успеваю. Поэтому я решил сконцентрироваться именно на тематике фестиваля и на эпохе викингов, то есть 9-11 века. Средневековье я уже не успею, но буду стараться перекидывать все время мостики в более позднюю эпоху. Так вот, термин
эпоха викингов Финляндии или эпоха викингов Карелии был введен очень известным финским ученым Карлом Акселем Нордманом в 1920-е годы. Он современник Яна Петерсена, и их научные судьбы тоже в чем-то похожи. Это был крупный кабинетный такой ученый, который обобщал материалы и как раз преимущественно из Карелии. Имеется в виду, что археологические раскопки начались в регионе почти одновременно или фактически одновременно с археологией в целом Российской империи. Тогда надо иметь в виду, что Финляндия была частью Российской империи. И, соответственно, раскопки эти подвигло национальный романтизм, публикация Калевалы в 1830-е годы, и, соответственно, очень сильно возрос интерес к карельским древностям. Их накопилось к моменту обретения Финляндии независимости довольно много. Так вот, эпоха викингов как раз была выделена на основании преимущественно карельского материала, потом уже в других регионах страны накопились новые данные. И этот термин принят, но как самостоятельное такое явление его очень долгое время не рассматривали, а только рассуждали о нем в качестве одного из периодов Железного века в целом, там, выделяя доримский, постримский Железный век и так далее, и так далее, и в их числе эпоху викингов. Возможно, видно карту. Это карта из одной из крупных обобщающих работ. В принципе, есть и другие подобные, они все примерно одинаково выглядят. О чем идет речь? На этой карте я хотел бы обратить ваше внимание на два очень важных момента. Здесь показаны разные типы археологических памятников эпохи викингов, их локализация. И что мы видим? Значит, разные типы – это что? Это городища, поселения, селища, могильники. Я преимущественно буду говорить о могильниках, потому что наиболее показательные материалы как раз происходят из погребений. И, что очень важно, случайные или отдельные находки. Если мы внимательно посмотрим на эту всю историю, вот у нас Санкт-Петербург вот здесь, все, что севернее Невы, то мы увидим, что высокая концентрация памятников у нас есть на территориях, прилегающих к Ладожскому озеру, в северо-восточной части Карельского перешейка. Карельский перешейк – это участок суши между Финским заливом и Ладожским озером. Да? И северо-западное Приладожье, северо-западный угол Ладожского озера и немножко в районе Сартовалы. Южная часть Карельского перешейка, севернее Петербурга, и западная часть Карельского перешейка, территория, примыкающая к Финскому заливу, археологических памятников любого типа лишена. Как только мы пересекаем Вуоксу, очень много различных археологических объектов нам известно, и это карта актуальна на начало 2000-х годов. Сейчас, 20 лет спустя, я составляю новую карту, и количество памятников увеличилось не просто в разы, а на порядки. Но та же история с их локализацией продолжается. Именно поэтому я ввожу такой термин, как «Приладожская Карелия». То есть имеется в виду северный берег Ладожского озера и примыкающие к нему территории Карельского перешейка. И чтобы все время не повторять эту громоздкую конструкцию Карельский перешейк и Северное Приладожье, я говорю Приладожская Карелия, имея в виду именно это. Вуокса. Вуокса – это не река. Вуокса – это очень сложная озерно-речная система с очень сложной гидрологической историей, которая несколькими устьями впадает в Ладожское озеро. И при этих устьях у нас наблюдается особенно высокая концентрация памятников. И второй момент на этой карте очень показательный. Разными значками обозначены разные археологические памятники.
И такими вот ромбиками, ну, наверное, вам не видно, но поверьте мне на слово, такими ромбиками обозначены случайные находки. Так вот, их подавляющее большинство. Если мы посмотрим, ну, там у нас известно 5-6 кладов, где-то примерно около десятка могильников, хотя это не могильники на самом деле, чуть-чуть попозже об этом. Все остальное – это случайные находки. Это ненормальная ситуация, такое распределение археологических объектов. Возникает первый вопрос, а почему у нас такое количество случайных находок? То есть это кто-то когда-то где-то нашел и принес в музей, условно говоря. И эта ситуация не просто так возникла, это требовало объяснений. Так вот. Я разделил свой доклад на три основных блока. Это погребальная обрядность, материальная культура, а дальше несколько слов о том, что, собственно, я об этом думаю в итоге. Начнем с погребального обряда. На этих двух картах, тоже взятых из общих археологических работ в качестве иллюстрации, показаны курганные культуры северо-запада, ну или, по крайней мере, даже севера там, лесной зоны Восточной Европы, там, Железного века. Так вот, отчетливо видно, что вся эта территория, о которой идет речь, курганов лишена полностью. Нету ни одной курганной насыпи нам известной. Население, которое проживало здесь в Железном веке, полностью исключало для себя такой вид погребального обряда, как возведение курганной насыпи над захоронением. Что резко отличает этот регион как с запада от Скандинавии, так и с юга и с востока от Восточной Европы. Поэтому если в Гнездово слушали Василия Новикова, там речь идет о курганах, у нас курганов нет в принципе. И это с самого начала как бы ставило эту территорию, ну, в такое как бы отдельная такая тематика, вне вот магистральных тем эпохи викингов. Ну да, там есть тоже какие-то ребята, у них тоже там какие-то попадали им древности, ну и слава богу. Дальше они, археологи и историки, занимались локальными вопросами, там, связано ли это возникновение этой культуры там, в Западной Финляндии или автохтонное развитие. Вот. В настоящее время количество находок эпохи викингов в целом, оно увеличилось на порядки, и регион представляется теперь совершенно иная у нас картина для этого времени вырисовывается. Это произошло буквально в последние годы. Так вот, с чем мы имеем дело? Это фотографии 20-30-х годов, на которых показаны раскопки некоторых объектов, и они выглядят довольно странно. Во-первых, здесь минимальная глубина. То есть вещи и отдельные кости, они находятся буквально под дерном или даже в самом дерне, там 15-20 сантиметров. Дальше идет либо скала, либо такая непробиваемая лопата и тоже моренная каменистая поверхность. Все. Вот по этой поверхности распределены вещи в могильнике. Значит, такой есть для этого термин. Могильники с рассыпными кремациями. В них в исключительных случаях только бывает это. В основном кости и вещи рассыпаны на определенные, даже бывает довольно большой площади. Отдельные погребения не выделяются. Что тоже резко отличает этот регион от всех окружающих. Это такая очень древняя и очень такая общеприбалтийско-финская традиция, и памятники тянутся шлейфом от Западной Финляндии до, в общем-то, Верхнего Поволжья, минуя культуры, которые практиковали курганную обрядность. Так вот, местные крестьяне, когда находили какие-то вещи странные, ну, понятно, мечи, копья, топоры, понятно, какие-то украшения, они не могли идентифицировать, что эти вещи происходят из захоронений, потому что кости кальцинированные, не каждый, не специалист, естественно, их определит.
А во-вторых, ну там нету ни курганов, ничего такого. Поэтому у нас и есть такое большое количество случайных, так в кавычках, находок. На самом деле подавляющее большинство этих находок просто происходит из разрушенных погребений, которые не были идентифицированы как погребения. То же самое и из современных раскопок. Минимальная глубина 15-20 сантиметров, дальше каменистая поверхность и между камнями, иногда под камнями и так далее распределены вещи. Это первый момент странный, с которым мы имеем дело. Ну вот так примерно выглядит эта поверхность на современных фотографиях. Дальше. Возникает вопрос, самый главный, а как эти памятники искать, если их изучать? То есть у них вообще нету никаких признаков. Когда я начал этим заниматься, я был в некоторой растерянности, потому что эти объекты могли находиться где угодно. Они могли находиться в высоком, сухом боровом лесу, где бы я скорее стал бы искать памятники эпохи каменного века, нежели железного. Они могут находиться на крутых склонах возвышенностей. Они могут находиться вообще где угодно. Но должна же существовать какая-то система, какой-то принцип, по которому древние люди устраивали места захоронений своих умерших родственников. Эту систему надо было вычислить. Не видно. Это как раз тот случай, я очень рад, что у меня вот в моей научной биографии так случилось, такая последовательность научного познания, когда сначала у тебя есть наблюдение, потом наблюдение превращается в гипотезу, а потом гипотеза превращается в факт. Раз за разом я обращал внимание, что места этих захоронений расположены рядом или непосредственно возле крупных, обычно высотой примерно в человеческий рост, иногда выше валунов. Ну тут, конечно, смешно, мало ли в Карелии валунов, но это действительно отдельно стоящие крупные такие камни, и причем чаще всего, когда они не сильно разрушены природой, они имеют относительно вертикальные грани, человеком не подработанные. Сколько я там не пытался найти следов человеческого воздействия, нет. Это просто такие естественные объекты. Так вот, эти естественные объекты выбирались древними людьми, чтобы рядом с ними совершить захоронение. Не в 100% случаев, но процентов в 50% точно. Почему, по каким признакам, не совсем понятно. Тем не менее, это первое, что обращает на себя внимание. Вот здесь просто показаны несколько примеров, когда вещи могут быть подложены буквально вот под эти вот огромные валуны, засыпаны сверху. То есть они имели значение. И что еще обращает на себя внимание? Очень часто у этих валунов относительно плоская вершина. То есть они такой, ну, условно говоря, кубической формы, созданной природой. Дальше можно фантазировать, что там только происходило, хотя кое-какие мысли есть на этот счет. И вот этот случай, который произошел 2 года назад, когда я подходил к этому месту, я увидел эту площадочку, в центре площадочки стоял этот валун, сердечко у меня забилось, а дальше там были рытвины, сделанные кабанами или лосями, которые обгладывали ветки, рухнувшие на... Ну, плохо видно, на этот камень рухнули, значит, 2 крупные осины, и, видимо, животные объедали листья, и в этих рытвинах я увидел кальцинированные кости. И вот тогда вообще, тогда все стало на свои места. Это все вполне очевидно, и сейчас совершенно я могу доказать это серьезными доказательствами. Да, и эти природные объекты использовались как маркеры захоронений. Вот топоплан. В центре
в центре, значит, ну, сделано два раскопа, и в центре был этот камень. Дальше следующая черта обрядности. Почему я не могу говорить об отдельных могилах? Только в одном случае можно говорить о погребении. Вещи не залегают компактно. То есть нету никаких ям или просто каких-то скоплений вещей, вот где они плотно рядом с друг с другом лежат, и можно сказать, что да, это один комплекс, а вот это вот другой комплекс. Ничего подобного. Вещи лежат на некотором расстоянии друг от друга. Часто, вот это в случае прошлого года, отдельные предметы просто положены, закопаны там до скалы, сверху заложены камнями, и все. То есть вот здесь, в данном случае, тоже под камнем была такая... Но это не выкладка, это не специально сделано, это просто засыпано тем, что раскопали. А под ней лежал, он здесь не видно, но бог с ним, верьте мне на слово, топор. И таких случаев довольно много. То есть это единый большой комплекс, где не выделяются отдельные захоронения. Обращение с оружием. Дальше я покажу согнутые мечи. Очень частый случай – копья, вонзенные с поверхностями вместо, с поверхности вместо захоронения, причем вонзенные с такой силой, что они по камни погнулись, или вот там в одном случае будет, что оно сломали, сломалось. Опять-таки глубина, повторюсь, там, ну, максимум 20 сантиметров. Сверху, после совершения захоронения, в него втыкалось оружие. Топоры, заложенные камнями, и так далее, и так далее. Дальше. Значит, кроме курганной обрядности, второй важнейший момент. Все погребальные памятники совершены по обряду кремации. У нас нет этого времени ни одной ингумации. А самое главное, что у нас все погребения совершены по обряду кремации на стороне. То есть где-то был погребальный костер, на котором сжигалось тело умершего вместе с вещами. Мы не знаем ни одного этого места, хотя некоторые предположения есть, где они могли находиться. Дальше вещи и кости, далеко не все кости. Костей вообще очень мало, буквально бывает там, ну, под сотню грамм, не больше, с места захоронения. Приносились с погребального костра на какое-то другое место, которое было выбрано для этого захоронения, например, вот под таким валуном, и равномерно распределялись по какой-то площади. Сохранность вещей разная. Я выделяю как бы три группы по сохранности вещей. Первая группа – это полностью расплавленные предметы. То есть это просто сгустки бронзы или чего-то, которые явно были в погребальном костре, вместе с пеплом, с костями как-то собирались с него и дальше переносились на место захоронения. Здесь все понятно. Дальше вторая группа вещей, наименее понятна, это слегка оплавленные предметы. Это предметы, у которых можно вполне определить их тип, но видно, что они подверглись воздействию огня, высокой температуры. То есть единственное... По идее, возможность, чтобы такое получилось, это предметы, которые были положены еще на еще не остывшие угли и золу и слегка подплавились. Монеты, например, они, если будут находиться в костре, где горит тело умершего, они просто превратятся в капли расплавленного серебра и все, мелкие. Нет, они вполне целые, даже определимые, все хорошо с ними, но видно, что, они что на них воздействовала температура. И третья группа предметов – это предметы, которые вообще не были в костре. Никакого на них воздействия высокие температуры не оказывали. То есть эти предметы были принесены на место, положены на место захоронения позже, то есть ну, во время его совершения, уже позже того, как тело было сожжено. Да. Так вот, в совокупности
все эти довольно странные, необычные черты, аналогии которым можно где угодно найти, на самом деле позволяют вот о чем говорить, что мы имеем дело на самом деле с очень развитой мифологической системой, которая нам абсолютно неизвестна. Мы кое-что можем почерпнуть из весьма скудных письменных источников, кое-что из фольклора, кое-что из этнографии. Археология, следы и остатки, которые мы изучаем, нам вот дает такую картину. Это очень сложный погребальный ритуал. Цель любого погребального ритуала, любой культуры человеческой, это правильно переправить в потусторонний мир умершего своего родственника и совершить правильную последовательность действий так, чтобы все было хорошо. Здесь мы имеем дело не столько и не сколько с погребальным памятником, сколько с, я их называю, погребально-поминальные комплексы. То есть совершалось не только погребение, но и какая-то, назовем это тризны или еще что-то, какие-то ритуалы, которые подразумевали какие-то подношения. Причем на некоторых крупных таких объектах встречаются вещи, которые датируются, очевидно, позже, чем основной массив находок. То есть люди на это место приходили еще 100 или 200 лет спустя. И мы это можем доказать, имея на руках артефакты. Происходили какие-то сложные ритуалы вокруг этого всего, и мы только имеем вот этого следы. Ничего похожего, опять-таки, повторюсь, в окрестных землях мы не наблюдаем. Это что касается погребального обряда. Но сейчас, к сожалению, я вынужден несколько слайдов посвятить колоссальной проблеме, которая у нас есть. Так вот, из-за того, что это такой вот погребальный обряд, который предполагал почти поверхностные захоронения с большим количеством вещей, памятники региона, о котором идет речь, в последние лет 20 были разграблены чудовищно. Наверное, Карелия – это один из наиболее пострадавших в результате деятельности, в кавычках, любителей металлопоиска, вообще, наверное, в нашей стране, потому что это легко. Их сложно найти, но если ты их нашел, то просто можно выбить там за 15-20 минут все. И множество примеров этого. И я вполне уверенно могу говорить, что в настоящий момент процентов 90-95 археологических объектов Железного века в Карелии уничтожены. И сделали это не враги, не оккупанты, не пришельцы с Нибиру. Это сделали наши с вами соотечественники, уничтожив фактически культуру целого древнего народа. То, что нам осталось, в общем-то, это мы изучаем по мере сил, но количество уничтоженного просто поражает воображение. Так вот, тем не менее, последние годы удалось найти и изучить, ну, порядка двух десятков подобного рода объектов, и кое-какие выводы из этого приходят в голову. Удалось найти непотревоженные памятники, что очень важно, и удалось их изучить наконец-то на современном методическом уровне, потому что, понятно, у меня был опыт раскопок за грабителями, и он тоже приносил свои результаты, и довольно хорошие результаты. То, что копалось, соответственно, финляндскими исследователями, не говоря уже там о времени Российской империи, ну, на соответствующем методическом уровне, понятно, но хотя благодаря им мы имеем очень много знаний начальных об этой территории. Так вот, в настоящее время, учитывая объем материала, удается выделить во всем этом массиве памятников эпохи викингов три хронологические фазы. Они вполне очевидны. Это ранняя фаза,
средняя фаза и поздняя фаза, что является важнейшей характеристикой любой археологической культуры. У нее есть ранняя, развитая и поздняя стадия. Итак, ранняя хронологическая фаза. Там то же самое, захоронение под камнями. У нас есть только наконечники стрел или с улиц, или копий. Черешковые или ранних типов тульчатых наконечников по Петерсону. И отдельные украшения общих таких финских типов. Очень много аналогий в юго-западной Финляндии. Нету пока ни топоров, ни мечей. Но самый важный момент, касающийся этого. Да, о хронологии. Значит, мы говорим о 9-11 веках. Скажу еще пару важных моментов. Нужно различать археологическую эпоху викингов и историческую эпоху викингов. Если историческая считается с 793 года и заканчивается 1066, то археологическая, естественно, имеет гораздо более широкие рамки. Вот, ранняя фаза, ну, формально конец 8-9 век, но на самом деле, скорее всего, очевидного 8 пока мы не знаем, мы можем говорить о 9 веке. Так вот, важнейшая характеристика этой эпохи в Карелии получается, что в это время начинает поступать на территорию куфическое серебро. И оно поступает одновременно с другими же регионами Восточной Европы, со всеми, где мы знаем, находки ранних эмиссий монет. В Карелии ничем от этого не отличается. Причина, по которой это произошло, немножко обсудим ее позже. Средняя хронологическая фаза. В целом это 10 век, может быть, начало 11 века. Культурно, за исключением погребальной обрядности, почти ничем не отличается от их родственников в юго-восточном Приладожье, где мы знаем сотни раскопанных курганов и огромное количество материала. Это мечи. Вот вы здесь видите согнутый. Это самый, ну, один, был долгое время один из наиболее известных комплексов этого времени. Согнутые мечи, наконечники копий, ланцетовидные, в основном их варианты, различные типы топоров, шумящие навершия плетей, очень много. Ну и украшения. Здесь полная эклектика. Скандинавские овально выпуклые фибулы. Неправильно говорить типа 27, надо говорить типа рисунок 27 по Яну Петерсону. Вещи, которые имеют прибалтийское происхождение, Эстония, Латвия современные. И юго-западная Финляндия. Все это северный берег Ладожского озера. Мне удалось найти неразрушенный комплекс этого времени, а случилось это таким образом. В какой-то момент, так же, как в случае с этими погребальными валунами, называйте как хотите, в принципе, есть еще одна закономерность в распределении этих памятников. О ней скажу чуть позже. Вот мне очень хотелось попасть именно на это место, вот этот мыс на Ладожском озере, а вот здесь впадает довольно крупная река, которая течет на север, на территорию современной Финляндии. Пешком я туда пройти не смог, там был такой чертолом, что я даже не стал пытаться вернуться в поселок, нашел человека, который меня забросил туда на лодке, и там я все нашел, что мне надо было, и дальше удалось организовать экспедицию. И меня тоже часто спрашивают, глядя на карту или глядя на место, иногда, когда я привожу кого-то, как ты вообще сюда забрался? А очень хотелось, и очень хотелось именно по причине того, что это место находится при устье реки, но об этом чуть позже. Так вот, то же самое. Минимальная глубина, скала, и на ней было совершено захоронение, которое, очень небольшое количество кальцинированных костей, немного угля, небольшое пятнышко такое, в группе огромного, ну, для наших памятников, большого количества ладейных железных заклепок. И в какой-то момент стало понятно, что я копаю что-то, связанное с
судном. Естественно, от него никаких следов не осталось, учитывая минимальную глубину залегания. И после реставрации мне реставраторы сказали, что заклепки не были обожжены. Всего лишь 8 фрагментов кальцинированных костей. Это ничто вообще с человеческого тела. То есть сожжение происходило на каком-то другом месте. И 2 фрагмента были определены как кости человека, без подробностей. Они слишком мелкие. Они распределялись определенным образом в плане. Ну, в общем, предложил я такую реконструкцию, что это было совершено по обычному карельскому обряду погребения, а дальше над ним вверх дном была поставлена лодка, обшивка которой была сведена в клинкерной технике, то есть с помощью заклепок железных. Эта гипотеза сразу подверглась большой критике, по той простой причине, что было найдено всего 60 заклепок. И мне говорили специалисты, разбирающиеся в этом лучше гораздо, что этого количества хватит для шивки всего пары досок по одному борту. Но здесь есть несколько «но». Первое. Нету ни одной конструкции до примерно 17 века на поселении, в погребении, где угодно, скрепленными железным гвоздем. Это просто было не нужно. Тратить дорогое, хорошее железо на скрепление там, стола, стула совершенно не надо, когда это можно сделать спокойно с помощью дерева, в том числе с той же лодки, но об этом чуть позже. Заклепки разных типов, они разного размера, разной длины. Если денег так называемая якорная заклепка, которая свидетельствует о том, что это была именно лодка. И в то же время в Норвегии, в Северной Норвегии, была найдена замечательная девушка, ингумация, погребенная в лодке. Все хорошо. Норвегия, X век, с овальными фибулами и в лодке. Не поспоришь. Ну так вот, у нее на целую лодку пришлось 27 железных заклепок. Все остальные детали были либо с помощью деревянных нагелей, либо с помощью берестяных лент связаны. Это в этнографии прекрасно известно. И все. Количество заклепок совершенно не свидетельствует о том, что это было, не могла быть лодка или часть ее. Ну и по костям мы получили радиоуглеродную дату, которая нам дала рубеж 9 и 10 веков. Остальные вещи – 2 топора и почему-то 3 шумящих навершия плети. Вообще наверший плетей довольно много. И очень много удил, конский комплекс, снаряжение верхового коня. Очень-очень много у нас находок. И несколько бус, что тоже смущает. Возможно, погребение было все-таки парным. Мужчина-женщина. Так вот, на этой карте показаны места находок погребений с лодками в Восточной Европе. Всем прекрасно известно, в том числе Гнездово, о котором много сегодня говорилось. И вот оно на северном берегу Ладожского озера. Первое в Карелии, но эту находку она была вполне ожидаема по той простой причине. Вообще ничего не видно. В общем, погребение с лодками, я так аккуратно говорю, что не в лодках, а с лодками, потому что это сожжение, их вообще довольно много в юго-западной Финляндии. Наверное, 2-3. Ну и, понятное дело, дальше через Ботнический залив Швеции. И, наконец, поздняя хронологическая фаза. Это 11-12 века в целом. Надо сказать, закидывая мостик тематически в Средневековье, что погребения с кремациями известны и 13 века, и даже 14 в Карелии и Финляндии. В то же время, когда господствовала ингумация, то есть обычное захоронение тела умершего,
Но древняя традиция сохранялась, но об этом много можно рассуждать. Вот погребение, которое удалось найти нетронутое, как раз с этим, с рядом с камнем. Там вот действительно можно говорить об отдельном захоронении. Там было найдено 18 предметов, плотно находящихся фактически друг на друге. А среди достаточно большого для карельских памятников количества кальцинированных костей, а сверху заложено такими каменными плитками. Вот это вот можно назвать захоронением. Действительно, вещи залегали компактно, расчищались в два уровня. Среди них два очевидных бродокса, один вариант тоже типа М, копья, два копья типа М и тип К по Петерсону, двое почему-то конских удил, кресало, ножики, стрела, там все понятно, и две равноплечные фибулы. Комплексы явно мужские, и тоже сейчас вполне уверенно можно говорить, что равноплечные фибулы – это была принадлежность мужского костюма, очевидно. Может быть, и женского, и мужского, мы не знаем. И пару слов о костюме, если могут возникнуть такие вопросы. Мы ничего по этому поводу сказать не можем, потому что речь идет о кремациях, и причем о кремациях на стороне. Мы только можем не рассуждать в целом о его структуре, имея наличие артефакты. Так вот, в это время проявляется очень важная особенность этой культуры, которая разовьется в красивую карельскую культуру, которую вы наверняка видели во все эти замечательные фибулы и все эти нагрудные комплексы украшений. Есть два прибалтийских народа, которые умудрились изобрести свою собственную самобытную культуру. Это карелы и это ливы в низовьях Даугавы на территории современной Латвии. Но там их быстро немцы привели в порядок, а здесь они сохранялись довольно долго. Вот. Но основа это была скандинавская, скандинавский стиль костюма, стиль украшений, так скажем. И впервые, вот если в раннюю и среднюю фазу эпохи викингов мы имеем дело с привозными вещами, достаточно эклектичными, то в XI веке, когда появляются более крупные могильники, когда население стабилизируется, уже появляются первые предметы, характерные именно для карел. Потом это уже разовьется в христианскую эпоху в совершенно замечательные артефакты. И клады. А, да. Я перескочил, извините. Вот. Ладожское озеро. Огромный водный бассейн, притворившийся озером. Действительно, на озеро очень похоже. Во-первых, оно пресноводное, из него можно пить, пробовала на себе. Во-вторых, там оно замкнутое. Но на этом его сходство с озером заканчивается. На самом деле это море. Если вы находитесь на судне посреди этого озера, вы не видите берегов. Но не в этом даже дело, оно крайне опасное для судоходства. Недаром при Петре I и при Екатерине прорывались Ладожские каналы вдоль Южного берега для того, чтобы снажать Петербург, потому что вся Южная Ладога, все дно Южной Ладоги засыпано погибшими судами. С севера в Ладожское озеро впадают несколько крупных, ну относительно крупных для региона рек. К сожалению, грабительскими раскопками, но эти вещи доступны для изучения, был найден при устье одной такой реки вот этот замечательный комплекс. Не видно, но поверьте мне на слово. Там есть, кстати, дирхем. 233 года хижи, 847-848 года. Далее. Рядом с ним был найден клад монетно-вещевой, депонированный, видимо, в XII веке, судя по вещам, но монетный комплекс начал формироваться в середине X века. За последние годы в Карелии, ну, в этом регионе, было найдено три клада, может быть, больше, по крайней мере, три, о которых стало известно. Два из них непонятно, где находятся. Этот оказался в моих цепких руках. И вот в ближайшее время будет опубликован.
Следующая речка. Следующий замечательный памятник при устье, при ее устье. И там найдено три монеты. Совершенно великолепные. Дирхем, византийский Мелиорисий и английская пенни Кнута Великого. По поводу дирхема разгорелась в науке целая дискуссия. И нумизматы активно это все обсуждают. Мне главное, что это дирхем и его датировка. Да? Дальше наши замечательные коллеги-нумизматы пусть разбираются между собой, где они были отчеканены. Для меня важно. Итак, северный берег Ладоги, погребение, и в нем дирхем, византийская монета и английская монета. Все в одном комплексе. Следующая речка, следующее погребение. Его я уже показывал. Следующая речка, следующее погребение. И когда мне стало понятно, что памятники... Еще одна из важнейших привязок, что памятники расположены, наиболее богатые, при устье вот этих вот рек, я как раз поехал вот туда, в это труднодоступное место, и вот это погребение с лодкой нашел. Оно тоже находится при устье рек. Почему так происходит? Следующий важнейший момент, по крайней мере, что касается ранней и средней фазы эпохи викингов, да и большей части поздней. Это не могильники. Это отдельные погребения. Одного, часто парные, скорее всего, мужчина, женщина, может быть, двое мужчин, двое женщин. И все, с большим количеством вещей. На очень небольшой площади, там 20-30 квадратных метров. И все, больше ничего. Первый вопрос возникает, где все остальные? Мы понятия не имеем, где все остальные. Ну да, населения было немного, несравнимо там с Восточной Европой. Но тем не менее, сколько-то их было, мы ничего об этом не знаем. Это погребение отдельных значимых людей с мечами, с фибулами, с копьями, с роскошными там, и так далее. Все хорошо. Больше ничего. Они находятся при устьях рек. Но по идее, при контроле над какой-то территорией, как это происходит в других районах Европы в целом, при устье реки ставится крепость. Если ты контролируешь устье, ты контролируешь всю реку. А здесь находится погребение. И в принципе, в очень многих человеческих культурах это такая манифестация. Здесь находится погребение наших вождей, предков, там, кого угодно, поэтому это наша территория. И мы контролируем эту реку. И теперь немножко географии. Неоднократно, начиная там с самых первых обобщений археологических, говорилось о том, что водная система очень развитая в целом Финоскандии, включая и Карелию, и Карельский перешейк, и всю территорию Финляндии, она пронизана водными системами, очень сложными озерно-речными системами. И есть письменные источники, которые определенно нам рассказывают о том, что совершались путешествия из района Ладожского озера через всю Финляндию до Ботнического залива. И есть археологические свидетельства, что эти пути существовали. И много-много-много других косвенных доказательств. Так вот, первое. Из Ладожского озера, не выходя в Балтику, можно было пройти через всю Финляндию и выйти на север Ботнического залива при желании, а при другом желании выйти в Белое море. Это первый момент. Это как бы было давно известно. Далее. Как я уже говорил, Ладожское озеро крайне опасный для судоходства водоем. По нему лучше на лодке деревянной лишний раз не ходить, потому что может все плохо кончиться. Природой так было создано, что возможно было пройти через весь Карельский перешейк, выйти в Ладожское озеро и, не выходя в открытую Ладогу, проливами между островами, пройти до Куркиёкского залива, где находятся два из показанных мной комплексов эпохи викингов, не выходя в открытую Ладогу. И
если посадить места находок эпохи викингов, ранней и поздней, в общем-то, всех фаз, но основных таких комплексов, то они четко маркируют этот путь, который проходил через весь Корейский перешейк. А зачем надо было попадать кому-то в эти места глухие? Сюда впадают с севера, северо-запада, как я уже говорил, несколько рек. По этим рекам можно было подняться до системы Сайменских озер в Восточной Финляндии и дальше куда угодно, не выходя в открытое море, не выходя в Балтику, не выходя в Ладожское озеро. А зачем это нужно было делать? Эти реки, они большие только по карельским меркам. На самом деле они довольно узкие, крайне порожистые, но понятно, потому что они через скалы текут. И по ним не то что на серьезном судне морском, на плоскодонке-то непонятно, как проходить. Ну, есть этнографические записи, как крестьяне это делали, но это только по очень серьезной причине. Его надо было тащить. Вот это устье порожистой реки, вот там, где был найден комплекс с монетами и клад. Но эти реки текут по ледниковым долинам, наследникам ледника. Когда ледник перед собой такими шоу-языками, он буквально продирал земную поверхность, и образовывались так называемые, геологи называют, V-образного профиля долины. Они достаточно прямые. То есть реки там не особо меандрируют, им меандрировать некуда. Вот, скала кругом. Но они прямые. Но по ним можно пройти более-менее нормально, только зимой. Но зато зимой это прямой путь прямо от побережья Ладоги вглубь Финляндии в любую сторону. А зачем туда ходить зимой? Ну и теперь мы возвращаемся к основной тематике эпохи викингов Восточной Европы. Откуда у этих людей появлялись эти вещи, которые депонировались в захоронении? Это пушная торговля. Это, собственно говоря, это единственный товар, который приходит в голову, за который можно получить было все эти богатства. Такое пушное зверье бьют зимой, где-то в декабре-январе. Если они зимой из центральных поселений при устье реки, это уже мои гипотезы, да? Это не фантазии, это гипотезы, основанные на сумме очень многих факторов, которые я просто за неимением времени не могу рассказать. Вот я реконструирую ситуацию то таким образом. Они выходили в зимнее время, били внутрь Финляндии, современной Финляндии, да, к своим там, может быть, родственникам в район Саймы. В марте они возвращались обратно на свои центральные поселения в приустьях рек. Ну и дальше летом торговали с теми, кому были эти товары интересны, получая взамен те ценности, которые мы находим в погребениях. И именно поэтому у нас получается вот такое вот распределение памятников. Именно эпохи викингов. Позже, когда население стабилизировалось, и там уже появились масса других своих факторов, но это произойдет пару столетий спустя. Тогда, рисуя эти замечательные карты Восточной Европы и пути из варяг в греки и из варяг в арабы, условно, где показаны основные наши замечательные археологические комплексы, в том числе Гнездово, про которые много говорили сегодня, всегда на всех картах вы увидите, что эта территория исключалась. Но это как бы там вот. Там живут какие-то, и бог-то с ними. Так и меха, с которыми велась международная торговля для серебра, для потока серебра в Восточную Европу, собственно, тот фактор, который определил всю эпоху викингов и который фактически положил начало Руси, они добывались откуда? Они добывались оттуда, с этой территории. И там были люди, которые контролировали эту меховую торговлю. И судя по нашим археологическим данным, они начали это делать как минимум с 9 века, на самом деле раньше. Так мне представляется. Поэтому это не какой-то изолят получается, а вполне органичное, очевидное часть
трансевропейского торгового пути, его начала. Но вот система вот эта пульсирующая, она мне представляется, что функционировала таким образом. И это я постарался изложить кратко основные идеи, которые мне приходят сейчас в голову по этому поводу. Есть масса еще всяких замечательных историй, которые следовало бы сказать, но, может быть, в другой раз. Важно подчеркнуть вот что. Это мы имеем дело с самостоятельным, во-первых, культурным феноменом, а во-вторых, органичной частью вот общеевропейского такого процесса эпохи викингов 9-10, в значительной части 11 веков, который предопределил всю последующую историю, да, в общем-то, всех европейских стран и России. Спасибо.